25 марта – день, когда обычно празднуется день рождения Венеции. И сегодня в этот день мы запускаем в Эрмитаже онлайн серию передач об итальянском искусстве на итальянском языке для наших итальянских друзей, итальянских зрителей. Мы тем самым хотим напомнить, что мы близки, что Венеция – город родной для Петербурга, что Венеция – город родной для Эрмитажа. У нас там находится на площади Сан-Марко штаб-квартира Эрмитаж Италия. Мы хотим этими передачами, которые рассказывают об итальянском искусстве в Эрмитаже, выразить свою солидарность с нашими итальянскими друзьями и просто со всеми итальянцами, которые, как и мы, борются сейчас с эпидемией. И это не первая эпидемия в истории Италии и в истории России. Мы с ней справимся. И искусство – это то, что помогает людям переживать и выживать. И именно история Италии показывает это самым лучшим образом. Мы очень рады будем, если наши итальянские друзья, с которыми мы находимся в постоянном контакте, немножко почувствуют то тепло, которое всегда исходит из Эрмитажа, исходит для всех, и тепло, которое дают особенно итальянские залы. Маленький кусочек Италии здесь у нас на берегу, в Северной Венеции.